Приготовление бутерброда занимает всего 5-15 минут, поэтому многие так их и любят. Можно сделать мясную или вегетарианскую закуску. Расскажу, как приготовить улетные бутерброды с колбасой и сыром. Бутерброды можно есть горячими, если обжариваете их на гриле или в тостере, а можно есть холодные. Это не только отличный перекус на природе или на работе, но и отличная закуска к праздничному столу. Используйте те ингредиенты, что любите: вареную или копченую колбасу, плавленый или твердый сыр. 1. Нарежьте хлеб ломтиками, каждый поджарьте на сухой сковороде или на гриле. Нарежьте кусочками колбаску, вымойте шпинат. На кусочек хлеба уложите несколько листов шпината и колбасы. 2. На терке натрите твердый сыр, посыпьте им каждый кусочек хлеба. 3. Накройте каждый бутерброд еще одним ломтиком хлеба и отправьте в духовку на 2 минуты, чтобы расплавился сыр. Подавайте их сразу.